Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать объемную плотную гусеничку из пышных столбиков и одной воздушной петли. Начинаем работу с двух воздушных петель. Выполняем. Раз, два. И далее выполняем еще одну воздушную петлю. Провязали. В первую воздушную петлю, вот эту, мы с вами будем провязывать пышный столбик на 3 натяжечки. Выполняем накид на крючок, вводим крючок в нашу петелечку и вытягиваем рабочую нить. Так выполняем 3 раза. Раз, два, три. Теперь протягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Далее выполняем одну воздушную петлю и работу разворачиваем по часовой стрелке и будем выполнять пышный столбик во вторую петлю цепочки. То есть вот смотрите, мы с вами выполнили пышный столбик в эту петелечку первую. Вот она у нас даже немножко растянулась, мы так специально сделали, чтобы было видно. И теперь найдем вторую петлю. Вот она. Мы выполняем накид на крючок. И вот таким образом вводим крючок в нашу петлю и придерживаем. Выполняем первая натяжечка, вторая и третья. И теперь все петли на крючке провязываем вместе. Выполнили. Далее мы выполняем одну воздушную и опять разворачиваем нашу работу по часовой стрелке. Выполняем накид на крючок. И теперь нам очень важно найти, куда мы с вами будем провязывать наш пышный столбик. Вот смотрите, у нас много петелечек. Мы будем захватываться за две петли, вот эти, которые находятся ближе к нашему крючку. Захватываемся и выполняем наш пышный столбик. Раз, два, три. Провязали через все петли на крючке. Выполняем воздушную. Работу разворачиваем по часовой стрелке. Выполняем накид на крючок. И вот хорошо видны наши две петли, за которые мы с вами будем захватываться и провязывать. Раз, два, три. И провязываем. Одна воздушная. Работу разворачиваем по часовой стрелке. Накид на крючок. Вводим крючок под две воздушные. Прошу прощения, под две нити, которые находятся ближе к крючку. И выполняем первую натяжечку, вторую и третью. И через все петли на крючке провязываем. Выполнили. Далее выполняем одну воздушную и работу разворачиваем по часовой стрелке. И опять накид и захватываемся за две нити. Выполняем. Раз, два и три. И провязываем. Вот хорошо у нас уже видно, получается наша гусеничка. Мы выполняем с вами одну воздушную и работу разворачиваем. Накид. Вот наши две петелечки. Раз, два, три. И провязываем. Опять воздушная. На что хочу обратить ваше внимание, воздушную петлю вы можете провязывать до поворота или после поворота. Это абсолютно не повлияет на внешний вид вашей гусенички. Давайте мы с вами выполнили до поворота и выполним воздушную петлю после поворота. Выполняем поворот, воздушную петлю. И выполняем дальше. Раз, два,
три. Немножечко у нас вот так зацепилась ниточка. И теперь провязываем через все петли. Опять работу разворачиваем и только тогда выполняем воздушно. Вот хорошо видно, у нас абсолютно не изменился внешний вид. И давайте остановимся и посмотрим. Вот такая объемная, красивая гусеничка из пышных столбиков и одной воздушной петли у нас с вами получается. Мы с вами сегодня научились вязать красивую объемную гусеничку. Так наша гусеничка смотрится из более тонкой пряжи. И давайте посмотрим. Наша гусеничка хорошо объемно и рельефно смотрится как с одной стороны, так и с другой. Если мы вот так развернем с вами, то увидим, что они абсолютно красиво и одинаково смотрятся и с той стороны. Творческих вам успехов!